Наверное, вы о такой не слышали, а ведь такая история есть. И именно сейчас мы с вами и ведущие в студии вместе с нашим гостем будем учиться жонглировать. Точнее, наш гость будет учить нас, как правильно нужно жонглировать и для чего это нужно. Илья Поляков сегодня у нас в гостях. Это жонглер, танцор, музыкант и руководитель первой в Петербурге школы жонглирования для взрослых. Илья, здравствуйте. Привет. Илья, добрый день. Я не могу отвести взгляд от рук ваших. Вот сейчас они успокоились, но... Покажите, руки, пожалуйста, конечно. Крупные руки Ильи. Они да. как будто своей собственной жизнью живут. Это у вас непроизвольно получается? Или вы разминаетесь? Нет, это свои руки, да. Так. Я очень часто разминаю их, чтобы они, когда я возьму шарики, уже были готовы ко всему. А как давно вы начали заниматься жонглированием и разминанием рук? Года 3 назад. Года 3 назад. А что способствовало этому? Как так вышло? А мне кажется, что это вообще витает в воздухе. Я вот сейчас сталкиваюсь, везде цирковые фестивали стали появляться, да. Цирк Дю Солей стал известен. Но это вот буквально в последний год. Но, видимо, я почувствовал это чуть-чуть раньше, чем большинство людей. Мне очень интересно, вот само название школы, школа жонглирования для взрослых. Вы скажите, что движет взрослыми, когда они приходят в школу жонглирования? Для чего они туда приходят? Мечта детства. Мечта детства? Конечно. А я вот не додумался-то сразу. Действительно, у меня тоже есть такая мечта. Я, например, очень часто сколько стеклянных шаров и лампочек разбил у себя дома, сколько апельсинов побитых. У меня взрослый вопрос. Наверное, это же развитие моторики, да? Наверное, есть какие-то плюсы, если осваиваешь жонглирование. Как это влияет на здоровье? Главное, что нет никаких минусов. Минусов нету, если никто рядом не стоит. А как же разбитые лампочки? Лампочки, я чем-то там еще жонглирую. Ну, я свинцовыми шарами иногда жонглирую, поэтому, да, иногда кафельная плитка трескает. Ну, хорошо, если взять нормальные шарики, и если взять нашу школу, в которой нет лампочек, до которых можно достать, то тогда минусов точно нет. Ну, плюсы какие еще? Кроме того, что можно вернуться в детство, получить удовольствие, доставить удовольствие окружающим. Что развивает это? Ну, там... Понятное дело, координацию, и мелкую моторику, и крупную, и внимательность, и скорость реакции. У меня этого ничего нет, потому что вы перечислили. Вы почувствовали, что вот стали более сосредоточенным, когда освоили? Скорее, более спокойным, наоборот. Потому что, вот предположим, падает что-нибудь? Да. Какая реакция у например, вас будет? Вот ручку я уронил, например, да, упала ручка. Да. У меня реакция какая? Надо поднять. Вот я поднял. Оно же не случайно упало, когда случайно. Да, хоп, и вот. Хоп, и вот или глаза выпученные, или такое быстрое. Чаще всего глаза выпученные, и все. Ничего не получается поймать. С радикулитом ставишь. У меня сейчас так, что-нибудь падает, я спокойно ставлю ручку в нужное место. И ловите. И ловлю. Нету такого, нет суеты просто, все спокойно. Ах, вот оно что. Вы, наверное, в автомобиле ездите более спокойно, нежели остальные, без стресса. Ну да, стресса вообще мало. Ну это здорово, что стресс уходит, когда приходит мастерство жонглирования. С чего начать? И чем лучше, да. Нужно выбрать шарики. Давайте выберем шары. Да. Мы можем это выбрать или как-то для первого раза? Я бы выбрала, но мне не дотянуть. На самом деле... А ты скажи, какого цвета хочешь? Волосатый. Опять ты... Он такой большой. Нам нужно, чтобы шарики в руки помещались, удобные были. Поэтому обычно берут шарики, ну, такого размера примерно. Так. Я у вас вижу теннисный мячик. То есть на них тоже можно учиться жонглировать? Давайте тогда я расскажу подробно про все. Давайте. Давайте, вот, давайте, да, с нуля. Вот это 5 красивых шариков. Самодельные наши шарики. А они делаются из теннисных шариков. Я специально для этого показываю теннисный шарик. То есть это теннисный шарик в одежде? Они, да, почти одного размера. Теннисный шарик в изоленте. Все очень просто. Здорово. Только он немножко тяжелее, потому что мы туда соль засунули внутрь. А полностью? Почему именно соль? Соль дешевая, потому что... Соль дешевая, золото просто подороже было бы, наверное, с такими шарами. Сахар, соль, песок, все что угодно, стружка. А какого веса они должны быть? Стандартный 150 грамм. А можно так вот на вес я? Ну так, увесистый мяч, посмотри. Да? Если он очень легкий, вот как теннисный, да? Отдай, 500 рублей. Теннисный шарик, он очень легкий. Его не чувствуешь, ловишь, и вообще ничего не чувствуешь.
То есть мяч или шарик, он должен быть в первую очередь увесистый, чтобы вот кисть, когда он немножко там прилетает, хотя бы чтобы... Но не килограмм, конечно, чтобы она... Ну, естественно, да. Ну, что-то такое вот мясное попадает в кисть, и вот, вот приятно. Конечно, да, они должны быть приятные на ощупь, и они должны быть красивые. Угу. Любого цвета, который нравится. Поэтому есть очень много разных фабрик, которые делают совсем разные мячики, разного размера, разные по ощущениям, из разного материала сделанные. И ты заходишь в жонглерский магазин, и там... А в Петербурге есть жонглерский магазин? Есть один. То есть есть один. Все, на этом можно остановиться. Да. Ни название, ни адрес. Есть один жонглёрский магазин. Хорошо. Вот эти мячики, например, мягкие. Они, собственно, куплены в этом одном магазине. Вот такие. А что внутри этого мячика? Рис? Я не разбирал. Да, я не буду разбирать. Гречневая шелуха. Это еще и антистрессовый такой мячик. Попробуй. У тебя уже два, я замечаю. Они специально для того, чтобы их кусали. Аня, не надо, не рискуй, пожалуйста. Дойдем до волосатого, укусим. Ну вот, на самом деле они очень приятные, их можно в руке взять, много взять, потому что они все мнутся, и сомнешь десяточек. Да, действительно удобно. И пытаюсь понять, какой легче ловить, который твердый или наоборот, который мягкий? Мне кажется, весь мир пытается понять это. А круглый, который, когда ты его ловишь, он все время одинаковый. Он не меняется. Так, да. Ты его вот ловишь, и четко он держится в руке. Можно даже закрытыми глазами кидать. А вот эти мягкие, они хороши тем, что если ты уронишь, они не укатятся никуда. Они плюхнутся и останутся на этом месте. Поэтому... Сосед на лестничной клетке также иногда бывает плюхнется и лежит, да. А вот эти побольше серые, что это за... Это мои любимые. А что это такое? Хотя они самые страшные, кажется. Почему нет? Из чего? Из страусиные яйца? Похоже, да. Слушайте, ну это такая резина, такая хорошая, серьезная резина. Мне они нравятся тем, что они покрупнее, а значит, их видно на сцене. То есть тут еще, конечно же, и о сценическом мастерстве нужно не забывать. И еще они прыгают, в отличие от всех предыдущих. Немножечко. Спасибо тебе, Аня. Мы давно хотели поменять этот стол. Ну, они так, немножечко прыгают. И есть довольно мало мячей, которые и такого размера еще и прыгают. Но они полые внутри, они просто сами по себе вот из этой вот оболочки, они такие увесистые, тяжелые, мягенькие, хорошие. Так, и еще вот этот большой. 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 Вот эти два больших шарика. Это из чего? Они тоже из какой-то резины. То есть они тоже прыгают такие? Они чуть меньше прыгают. Да. Но они хорошо катаются по телу. Илья, я вот прочла, что вы в прошлом году участвовали в мастер-классе гения органического жонглирования Стефана Синга. Ничего себе, где вы это органического... Вы знаете, я тоже про это прочитал. Это правда. Органическое жонглирование, это что, овощами и фруктами человек жонглирует? Органика в смысле пластика тела. Ну, представьте, как вы обычно представляете себе жонглеров? Вот вы мне даже можете это не рассказывать. Ведь если органичный человек на арене или на сцене, сразу это видно, заметно. Обычный жонглер, он стоит на месте и кидает очень-очень много предметов. Такой весь шикарный, с блестками. Это такой цирковой вариант. Органичное жонглирование или органическое – это более театральный вариант. Когда ты используешь, с шариком общаешься, разговариваешь с ним, делаешь с ним что-то необычное. А он не отвечает и не отвечает? Или отвечает иногда? Если он не отвечает... Вот так. Ой, вы и пандус нам сломали. Ну ладно, ничего, хорошо. Я, давайте покажем, что можно делать. Давайте покажем, да, действительно. Шаров, особенно если это будет органическое. Может быть, вы покажете? Мы пока. Мы я еще, не умею жонглировать. Мы не волшебники, мы только учимся. Покажите пример. Что, как жонглировать? Ну, с чего начать? Я не знаю, я так понимаю, три классический вариант? Или два сначала нужно уметь такие движения? Добавлять по одному. Начать с нуля. Как? Хорошо, да. Как? Давайте с нуля. То есть я должна показывать жонглировать? У тебя два мяча в руках. Интересный поворот. Потому что никак не думала, что... Хорошо, ну как можно сделать? Я не знаю, давайте вот нам не тогда покажем. Нам не вот вместе с Анной. Положи шарики. Положи шарики. Ручку бери. Представьте, что у вас есть шарики, и вы жонглируете. Как вы двигаете руками? Нет шариков. Положи шарики. А, как я двигаю? Да. Ну, как-то так, видимо. Органику уже сейчас подключать. Органично. Вот уже органично, да? Сколько эмоций сразу. Все просто. Сейчас мужчины сделали погромче. Так. Так, ты повторяй, пожалуйста. Да, у меня тоже такая. Лучше покажите крупно Андрея, как он повторяет. Вот так. Можно так, когда от пола они отскакивают. Да, можно вот наверх. Да, да. Еще движения идут немножко не вверх, а вот так вот в сторону. В сторону. Справа налево, слева направо. Так, вот так.
И так вот, я так понимаю, до 21 декабря можно? Так. Один мячик. В одной плоскости, я так полагаю, да? Желательно вот представлять даже, когда мы вот забыть. Забыть одну плоскость? Что забыть? Это старая школа Куклачева у меня почему-то, да, вспомнилась. Так, взять один шарик? Да. Возьму. Какой вы мне предложите? Зеленый или красный? Зеленый подешевле, я возьму зеленый. Так. Нужно, чтобы у нас ручки привыкли к шарикам. Привыкли к шарикам. Для этого попередавайте его. Поджимайте его только покрепче, так, чтобы его смяли. Да, покрепче. С одной руки. Ой, брызнуло даже. Да. Так. Выливается. Так. И побыстрее. Как бы не вылетело, я просто боюсь за операторов сейчас. Да ничего страшного. Да. А тяжелые шары это соли. Сколько у них шариков уже полетало. Привет отделу кадров сейчас. Всем сейчас привет. Так. Осторожно. О, молодец. Я проделал стаканчик, да. Это очень хорошо. Сделай, спи. Так. Попробуйте сделать маленький бросочек из руки в руку. Маленький бросочек, маленький. Такое маленькое представление лилипутов. А что мы без музыки-то сидим? Так скучно. Так. Ну, так можно делать сколько угодно упражнений. Конечно, мы жонглирование это не жонглеры. Да. Давайте попробуем. Я вам дам третий мячик, вы попробуйте пожонглировать в паре. Мы никогда ничего не делали в паре. Давайте попробуем. Давайте вначале в паре, а потом уже пожонглируем. Так, что нам нужно сделать для этого? Три мяча, да? Два у кого? Неважно. И насколько это опасно для моего партнера? Вы дама, а у вас два. Совершенно безопасно. Будьте молодой человек, я один. В партнерском жонглировании участвуют три шарика или два? Три. Три. Так, хорошо. Что делать? У меня явное преимущество. У меня два шарика. Так. Аня, смотри, у него есть рука свободная. Можешь туда положить любой шарик? Положить или подкинуть? Спасибо большое, Аня, что положил. Ты теперь правой рукой можешь в свободную руку положить шарик. Также положить? Да. Пожалуйста. Так. Аня, теперь спасибо большое, другой Андрей. Другой рукой. Другой рукой. Этот же шарик нельзя, наверное, отдавать. Правильно так, пожалуйста, да? Пожалуйста, Андрей. Правильно? Теперь я красненький. Так, давай, набираем. Красный. Белый. А белый? Да. Сбивай. Зеленый. Красный. Белый. Зеленый. Входим во вкус. Красный. Да, я надеюсь, что сейчас нам включат Рамштайн, и сейчас вообще пойдет очень хорошо. Зеленый. А музыки не хватает, так, да? Сколько? Вы знаете, у нас просто в 17:30 эфир, в принципе, заканчивается. Хорошо. Давайте тогда кидать. Теперь кидать. Я Ане кидаю вот в свободную руку. Точно так же. Белый. Левый. Зеленый. Красный. Ой, спасибо большое. Красненький. Белый. Зеленый и красный. Видите, как чувствуете, просто? Анна расслаблена, когда она кидает, да? Белый. Уже вхожу в вас. Так, вот, очень хорошо. Слушайте, мы жонглеры. Аня, мы можем зарабатывать деньги. Вы не представляете, как это красиво? Я не боюсь конца света. Я тоже не боюсь, а что делать? Чтобы нам продолжить, придется, наверное, встать. Вы готовы? Давайте, я готов встать, у меня есть ноги. Да, давайте попробуем. Так, я же как-то сюда дошел. У меня тоже есть ноги. Давайте попробуем, что делать? Я сейчас попробую сам показать, а потом ты повторишь. Давай, да. Мы так ручки ставим сверху. Это не опасно? Я просто волнуюсь за Анну Борисовну. Это безопасно. Да? Хорошо. И ты кидала мячики сейчас вперед, а сейчас будешь кидать так же, только наверх. Вот так вот. Угу. Как будто бы кидаешь себе в руку, но только я его перехвачу. Кидай. Ой. О, нет, это не рука. Вот сюда. Попробуй кидать не в бок, а снизу вверх. Вот так. Отлично. Теперь то же самое правой рукой.